правительства Камчатского края проведены выездные тематические приемы по вопросам частичной мобилизации. Выездная группа правительства работала в районах края, в Усть-Камчатском, Мельковском, Быстринском, Усть-Большерецком, городе Елизово, Вилючинском городском округе. Жители обращались по различным вопросам. Это и вопросы общего порядка мобилизации, вопросы оказания мер социальной поддержки, вопросы по здравоохранению были. Ну и хочется отметить, что мы продолжаем проведение таких приемов. Жители могут обратиться в единую приемную граждан ежедневно и для того, чтобы уточнить какие-то вопросы, вопросы записи на прием, хотя такие приемы мы проводим без предварительной записи. Любые вопросы можно уточнить по телефону колл-центра 8 800 141 400.